Беларусь и Австрия имеют серьезный потенциал для наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Сегодня в Минске состоялось заседание межправительственной комиссии, по итогам которого подписаны документы о сотрудничестве в разных сферах. Австрия в пятерке самых крупных инвесторов Беларуси. В нашей стране реализуется ряд проектов с привлечением австрийского капитала – около 400 миллионов евро. Беларусь также инвестирует в экономику Австрии. Углублению деловых контактов поспособствует и совместный бизнес-форум, который также прошел сегодня в белорусской столице. Учебно-боевые самолеты Як-130 переданы личному составу 116-й авиабазы. Наличие в боевом составе таких самолетов позволит совершенствовать навыки белорусских летчиков в освоении техники нового поколения. Як-130 также будут использовать в качестве авиаподдержки войск в совместных учениях. Это уже вторая партия подобных самолетов. Первая четверка Як-130 на авиабазу была передана в прошлом году. В будущем Беларусь планирует приобрести многоцелевой самолет нового поколения Су-30СМ. Исполнители из Беларуси, России и стран Балтии подали заявки на национальный отбор Евровидения 2017. Организаторы отборочного тура отмечают активность потенциальных участников. Большинство – представители нашей страны. Открытое прослушивание претендентов состоится 30 ноября. За их выступлением можно будет наблюдать и в режиме онлайн на официальном сайте Белтелерадиокомпании.